Сливали отходы, следователи возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы. Причем погибли обитатели рек сразу в трех районах области. Ущерб нанесен и почве на площади более 18 тысяч квадратных метров. А все из-за нежелания руководства предприятия избавляться от отходов цивилизованным или более гуманным способом. Речь идет о предприятии «Елгань», которое занимается разведением крупного рогатого скота и производством удобрений животного или растительного происхождения. В этом году предприниматели, видимо, решили сэкономить на утилизации отходов и стали выливать их просто в ближайшие леса. А травы вывезли столько, что, попав в реку Коса, там начала массово гибнуть рыба. Причем на территории сразу трех районов области – Унинского, Фаленского и Зуевского. Также поражен плодородный слой земли в лесах на площади 18 тысяч квадратных метров. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Ущерб при природе устанавливается».